Всем добрый вечер. Всех рада видеть. Закидывайте меня вопросиками. Буду отвечать. Добрый вечер. Из Франции. Вам в Швейцарии. У нас здесь погода чудесная. Здравствуйте, Сергей. Так, с юга Франции, там, где дорогое жилье, дорогая недвижимость. Добрый вечер, Виктория. Да, Сергей, это вам. Вы же давно со мной уже идете в ТикТоке, и я вот все жду, когда вы созреете, что-то купите и тоже будете выкладывать в ТикТоке. Добрый вечер из Праги. Вам добрый вечер тоже. Так. О, спасибо большое, очень приятно. Кто смотрит мои видео, пишите, какие у вас есть вопросы. Кто-то писал про программу «За один франк» в Швейцарии. Давайте я вам кратенько расскажу про это, про эту программу. Смотрите, такую программу найти очень просто. Я ее показывала, видео. У меня в ТикТоке есть 20 видео про эту программу «За один франк». Значит, что нужно сделать? Ну, я сейчас кратко говорю, там более подробное видео, да. Нужно просто написать «Купить дом за один франк в Швейцарии». И сразу появляются. Здесь несколько таких гемайды, коммун, если по-другому назвать, которые такие дома продают. Как их покупают? Вступаете в эту программу, едете, приезжаете, смотрите, какие дома эти есть. Я там вот походила, много объектов посмотрела и тоже написала заявление на вступление в эту программу. Но я вам сразу скажу, что вы видите только верхушку, да, вот эта ситуация, ну, не ситуация, как бы, этой покупки, а я-то знаю все там, как оно на самом деле. Давайте кратко вам скажу. Например, как это происходит? Вот есть какая-то заброшенная деревня в горах, в которую ни добраться, ни доехать. Ну, просто, ну, очень высоко в горах, возможно. Вот. И в этой деревне стоят домики, они жилые домики, но уже никто не живет. И что делает гемайда? Она пытается как-то эту деревню вернуть к жизни. Что сначала для этого делается? Сначала туда прокладывают хорошую дорогу, потом делают там все сообщение, интернет, ну, все, что необходимо, да, для жизни. Электричество заводит и так далее. Вот все это гемайда делает, потом эти домики продает по одному франку. То есть можно вступить в программу и ждать 10-15 лет, пока это все выделятся деньги, пока эта дорога сделается, и так далее, и так далее. Ну, 15 лет, конечно, многовато сказала, но 10 лет можно ждать. Так зачем это делать? Потому что когда вы будете оформлять дом за один франк в Швейцарии, да, при покупке, у вас будет договор купли-продажи за один франк. Вот. А к этому дополнительно еще у вас будет оплата 6000 евро. Это будут планы, которые сделает архитектор Баугенемигум, разрешение на то, чтобы этот дом стал жилым домом, а не просто каким-то, ну, сараем в горах. И вот это нужно будет оплачивать. Так, ну, давайте так возьмем, 7 тысяч это выйдет. Так можно за 10 тысяч купить обычный домик уже без всяких обременений, готовый уже. Понятно, что сейчас скажут, нет таких домов. И я также скажу, что если искать только на сайтах, то таких объектов, конечно, не найти. Вот не найти. А если топать ножками, как я, выезжать, выходить и идти по деревенькам, да, чтобы понять, где это находится, как это выглядит, сколько земли там, искать, значит, владельцев этих домов, тогда можно купить недорого.
Может быть, это не совсем быстрый процесс, но тем не менее, ну, это все возможно. Ну, может быть, там месяц-два уйдет на поиски, но ничего страшного нет. Я выкладываю видео, как я хожу и смотрю, одеваю калоши, зонтик беру и иду спокойненько по деревенькам, смотрю, как красиво, какие виды, как высоко на гору надо подниматься или надо пониже. То есть я люблю где-то первый-второй ярус, не выше. Ну, конечно, дороги хорошие, можно и выше подняться, но тем не менее, как-то не очень высоко мне бы хотелось, потому что чем выше, тем дешевле. Поэтому вот такие программы. Также во Франции, например, за 1 евро. Так зачем страдать и ждать этого момента, когда все это оформится, да, эта программа, ну, как бы запустится. Если за 4-5 тысяч можно купить уже сейчас, вот завтра, и начинать уже что-то делать. Зачем так долго ждать? Вот в последнее время стали спрашивать про Испанию, про Италию, про Францию. Я у себя в профиле какие видео находила, например, то я сразу же их там в профиле сделала. Недорогие дома в Испании. Хотя бы некоторые хотя бы сайты, которые помогут вам искать. Я не знаю, я нахожу все очень просто. Сначала я ленюсь, потом раз, быстренько ориентируюсь, набираю дешевые дома и пошла смотреть их. Вот, очень много. Слава Богу, пока есть возможность везде покупать. Ну, я только могу по Евросоюзу, то, что здесь рядышком. Не знаю, как там в Америке, в Канаде покупают. Не могу вам сказать это точно. Так, ну, появились вопросики. Сейчас я на них поотвечаю. Так. Вот, начинаем. А что бы вы сказали про Саксонию? Очень интересно ваше мнение. Ведь там домов очень много. Я никогда не была в Саксонии. У меня никогда не возникало ни разу желания что-то купить в Саксонии. Саксония, что Саксония? Что она может? А мне никак не цепляет Саксония. Я не могу сказать ничего. Вот я понимаю, на границе со Швейцарией можно купить. На границе с Люксембургом купить. Бавария, Баден-Вюртемберг, да. А что такое Саксония? Где она находится, Саксония? Вот я не могу даже сказать. В Германии такой программы я не знаю за 1 евро. Спасибо большое. Спасибо, Лариса, большое. Долго объяснять, а ты слушать не хочешь. Ну, смотрите, у меня же тема-то простая, про недвижимость. Вот про ваш развод с женой, конечно, слушать я не могу вам сказать, хотя у меня есть юридическое образование, я могла бы вам помочь с разводом и с разделом имущества, это вообще не проблема. С алиментами точно так же могу помогать. Здравствуйте, Ольга. Когда купишь дом в Германии, как узнать, если долг, чтобы не влететь? Так надо заранее узнавать. Не когда купишь, а заранее узнавать. Я уже 1000 раз ответила, почему-то никто не слышит. Это узнать несложно. За одну минуту, когда вы будете у нотариуса, нотариус делает свеженький грунтбухауszug, и вы посмотрите, есть там долг или нет. Просто надо спросить. Вот. А потом уже поздно, если купили, а там долги были, значит, придется их выплачивать. Купить землю, построить в Германии дороже. Господи, зачем у вас такие мысли в голове? Что это купить землю, построить в Германии? Зачем столько стресса, трагедий, больших вложений денег, значит, гарантии до 10 лет на построенное жилье? Зачем так много? Отвыкайте, никто в Германии без ума не строит там. Есть фирмы, которые уж занимаются этим и занимаются. Вы как частное лицо, зачем им строить? Это ничего не окупится. Вы хотите просто строить, да, покайфовать строить или заработать деньги? Вот этот вопрос очень интересный. Если просто строить, да, конечно, можно строить хоть что. Строить, мучиться, страдать. Конечно, давайте. А если заработать деньги, то на дешевых домах это самый максимальный заработок. Максимальный. Зарислава, привет. Ты, конечно, меня подвигала на какой-то баттл. Но я что-то такое слово еще баттл не знаю. Наверное, мне надо как-то это научиться.
в эти батлы входить. Доброе время суток. В Швейцарии город Часка. Продается много недвижимости, дома, квартиры. И какой вопрос? По всей Швейцарии очень много продаж. Очень много. Если вам подходит, покупайте. Я не знаю каких-то таких зон в Швейцарии, где не рекомендовала бы покупать. Здравия вам, Элеонор. Вас зовут как мою сестру. Мое имя Леонора. Без буквы «э». Я специально сделала такое имя, чтобы никто не говорил «Элеонора». Леонора звучит мягко, красиво. Очень легкое, позитивное имя. Надо разрешение на переделку крыши в Германии. Если вы не меняете конструктив крыши, то не надо. Но надо знать, как это строить крышу. Понимаете как? Если вы поставите контейнеры, залезете на крышу и будете кидать с крыши в контейнеры черепицу, так тут сразу вас повяжут. Надо учиться, как это нужно делать, так, чтобы это было безопасно. В Германии на первом месте безопасность. Либо вы делаете крышу, снимаете плитку вовнутрь крыши и спускаете через дом. Вот тогда можно делать, никаких проблем не будет. Ну вот, мешки кидать с верхнего этажа тоже не пойдет. Так, так, вам тоже. Какие сайты искать? Я не знаю, Виктория, какие вы хотите искать сайты. Мне сложно ответить. У меня на ТикТоке есть все. Сайты, ссылки, объявления. 50 видео, как искать недорогие дома. Просто зайти, полистать мой ТикТок, и у вас вся информация будет. Вот знаете, как мне говорят, проконсультируйте меня. Я почти не даю консультации, потому что не вижу в этом смысла. Ну, все есть в ТикТоке. Что еще консультировать? Если вы хотите на судебном аукционе покупать, набирайте слово «Zwangversteigerung». Появятся все сайты судебных аукционов. Если вы хотите купить в обычной купле-продаже, вот сайт, который я предлагаю, который видео вот я выкладываю каждый день с этого сайта. Вот я выложила 2-3 объекта с сайта. Так, а вы зайдите на сайт, там 350 таких объектов. Может быть, у меня один взгляд, да, что мне нравится, а у вас другие объекты понравятся. Понимаете как? Начинайте с сайта Kleinanzeigen. Все на нем есть. Это самый популярный, самый большой сайт в Германии. Бесплатный сайт, поэтому там максимально большее количество объектов находится. Также можно другие искать сайты. На немецком языке недвижимость называется Immobilien. Набирайте Immobilien Deutschland и пошли эти сайты. Где-то 600-800 сайтов есть. На любом можно искать. Даже этот вопрос можно не задавать. Но потратьте вы 3 минуты своей жизни. 3. Просто сели и посмотрели на сайте, что есть. Каждый день что-то новенькое. И один день не нашли, второй день еще, потом появится такой объект, который раз и подошел. И будете быстренько покупать. Так. Ой. Ответить. Так, давайте следующий вопросик. Так, что-то у меня тут как-то зависло. А, все нормально. Ничего не пропустила. Так, так, так. За 1 евро во Франции в таких местах, где и даром жилье не нужно. Но вы на эту тему не думайте. Вам не важно какое-то место. Без разницы. Вы рассматриваете только так. Если вы заработаете деньги, то можно покупать. Не заработаете, то не надо покупать. Это, как говорится, ну, это просто кирпичи. Вам в этих местах не жить. Поэтому зачем вам переживать на эту тему? Я вообще никогда не думала. Так, Швейцария, 38, 180, 80, очень голодный. Хотелось бы кушать еду, приготовленную с любовью. Где моя радость? Боже мой, я не думала, что в Швейцарии кто-то есть голодный. Но давайте спасать всем миром. Кто может накормить с любовью? С
Скажите, пожалуйста, есть такие дома в Венгрии? Да, в Венгрии есть такие же дома. Вот прямо я такой вопрос читаю и не могу понять этот вопрос. Давайте так. Есть люди добрые, есть люди злые во всех странах. Есть дома дешевые, есть дома дорогие во всех странах. Во всех странах мира, в Венгрии в том числе, есть судебный аукцион, если вы хотите максимально дешево купить. И без судебных аукционов в Венгрии дополна дешевых домов. Смотрите, как вы интегрированы, знаете язык, да, знаете, как найти, хотели бы купить на судебном аукционе, можно и без судебного аукциона покупать. Конечно, есть. Просто люди думают, вот сидят, думают, все дома дорогие, мне никогда не купить. Да как же дорогие-то? Вы же все равно где-то работаете. 4-5 тысяч на покупку дома надо должно быть у человека, если вы работаете. Как же так? Бросать эту работу, если даже за такие небольшие деньги не можете купить какой-то объект. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Александр, спасибо, очень приятно. Я хочу купить домик. Это не проблема. Не проблема. Хотите купить, покупайте. Когда я что-то хочу купить, я думаю одну минуту и покупаю. Все, я уже села в машину, одна нога в машине, вторая нога еще не в машине, уже дверь закрылась, уже я поехала. Если я что-то хочу, еще пару зарплат, и я позвоню. А зачем мне звонить, Александр? Вы просто покупайте и все. Сейчас вы пока еще ждете пару зарплат, пока подыскивайте какие-то варианты. Вечерочком проглядывайте, что новенькое появилось. В Баден-Вюртемберг даже 50 тысяч не хватит ни на что. Там очень дорого, хотя я обожаю этот регион. Я квартиру там продаю, студию, 25 тысяч, всего лишь 30 тысяч. Если покопаться, за 50 тысяч можно найти. Но не близко к границе Швейцарии, а ближе к границе между Баварией. Там очень много дешевых объектов, вот там можно будет купить. Там пиво вкуснее в Саксонии. Ну, я прожила 8 лет, да, в Германии. Я еще пиво ни разу не пробовала. Еще ни разу. Пиво это не мое. Пиво это не мое. 39 400, там домик продается, можно купить. Конечно, можно купить. Я вам разрешаю, покупайте. Это что за вопрос? Хотите, быстренько покупайте. Как можно как-то себя в чем-то ограничивать? Вот. Я вот каждый день собираюсь на диету сесть, да. Ну, не могу ничего сделать. Что-то вкусное покупаю, могу кушать, и опять все срываюсь. Так и тут. Дом купить это очень просто. Съездили, посмотрели этот объект. Понравился вам, задали все вопросы, если все подходит, то сразу нужно обращаться к нотариусу. 1-2 дня, и вы можете спокойно начинать уже и двигаться к сделке. Так, 39 444, это я такой выкладывала объект, что ли? Я просто не помню индекс. Если я индекс такой... Но с таким индексом дом выкладывала, то нужно как действовать? Заходить на сайт Kleinanzeigen. После этого нужно будет набирать индекс, набирать цену, находить этот домик, который там был в объявлениях. И сразу же там есть такая кнопочка зеленая «Nachrichten». И вот пишите через переводчик и переводите, вставляйте и отправляйте сообщение. Не забывайте, что в Германии так принято всегда в самом начале писать «Sehr geehrte Damen und Herren» и в конце «Mit freundlichen Grüßen». Если вы это не напишете, это будет считаться, что вы наглый, бессовестный, необразованный, некультурный, поэтому всегда пишите эти слова, это очень нужно. Спросите у нотариуса о долге. Ну вот я нотариус, вы ко мне приходите и спрашиваете о долге. Мой ответ будет «нет». Будет «нет». Почему вы как-то коряво-то, коряво подходите? Нужно же быть, вот как я с вами разговариваю, да? Ну, нужно же как-то выстраивать отношения с нотариусом.
Вот если, например, я приду к нотариусу, я скажу, что сегодня я посетила вот такой-то объект. Мне этот дом понравился. Я планирую этот дом покупать. И моя вторая сторона тоже готова покупать. Мы будем делать сделку только у вас. Вот, вот мои документы, показать там документы. Вот данные на объект, то, что у меня имеется. Можно ли скачать для нас актуальный грунтбух Остцук? С людьми надо по-людски разговаривать. По-людски, понимаете? Человечнее быть, душевнее быть. Может быть, долго говорить, но так, чтобы была понятна ваша предыстория. А так, скажите мне долг по этому объекту. Никто не скажет. Вот даже здесь, вот сейчас в Швейцарии, когда мне нужно по какому-то объекту найти владельца, если бы я разговаривала с маклером так, так вот участок, дай мне, пожалуйста, владельца и так далее, никто бы не стал ничего искать. Это не робот, это люди. Люди, которые придут вам на помощь. Также мне пишут личное сообщение. Не здравствуйте, не как зовут, никто. Сразу пишут, значит, дай мне данные по такому-то объекту или по такому-то дому. Ну, вот так вот. Никто в таких случаях ничего не даст. Вот. Так, для себя. Так, ну давайте поднимем эту кратенько тему для себя. Вот, например, ну, давайте так, мне про себя сказать, ну, есть женщина, например, да, у нее есть 20 тысяч, и она говорит, я хочу купить дом для себя. У нее 6 детей. Как можно покупать для себя, если 6 детей? Как? Я это не представляю. Я представляю, что она покупает дом за 10 тысяч, наводит там порядок, не надо делать ремонт, хотя бы просто разобрать мусор, все чуть-чуть привести в порядок. Уже продала бы этот дом, например, уже за 40, за 50 тысяч, денежку отложила. Следующая покупка, опять денежку отложила. Еще одна покупка, денежку отложила. А потом уже можно для себя за 20 тысяч купить, и 150 уже отложенных есть. Тогда можно как-то уже жить. Зарабатывать надо. Что значит для себя? Ну, невыгодно это для себя. Невыгодно. Это я вам кратенько говорю, да? Конечно, я на своих семинарах, я погружаю вас именно в эту среду, где деньги-то. Вот. Так. Дешевые дома. СОД 06 или 09. Я там работал, можно купить, но не продать. Когда опыта нет, да, в продажах, трудно продать. Когда опыт есть, все продается. На каждый объект, даже на тротуар, который у вас есть в собственности, сразу есть покупатель. Опыт нужен продаж. Нарабатывать нужно опыт. Покупать дом за домом. На одном вы заработаете немножко прибыли, на втором больше, а потом понеслось. Понимаете как? Добрый вечер. Через сколько можно продавать? Все делается. Германия цивилизованная страна. Давайте с этого начнем. Никто никого там не насилует, не заставляет, никто в рабство не берет. Когда захотели, купили, когда захотели, продали. У меня не было такого, чтобы меня кто-то ограничил за 8 лет. Да вообще нет такого человека, который меня бы ограничил. Я не знаю, может, в Африке там. Где нет цивилизации, там как-то наказывают за это. Германия, все свободно, все по вашему желанию. Проконсультируйте меня тоже. Вы пока еще не готовы к продажам. Вы делаете доброе дело для людей. Это нужно обязательно. Каждый, абсолютно каждый должен делать добрые дела. Вот понимаете, это нужно делать. Если кто-то вам что-то сделал хорошее и доброе, обязательно сделайте другому человеку. Даже каждый день хоть какую-то малость нужно приносить пользы. Обязательно это делайте. В какой стране сейчас больше всего покупают недвижимость? Я не знаю. Я же ведь не анализирую все страны. Я работаю по Германии, по Швейцарии. Тут хорошо продается, покупается недвижимость. Объектов очень много. Сейчас с продажами чуть тяжелее стало, но сами знаете, по какой причине.
Ну, а для покупок время идеальное, чтобы сейчас закупаться. Долги на домах Склянца и Венец. Кто такой сказал? У каждого дома, у каждой квартиры есть долг. У каждой в Германии. Чуть больше, чуть меньше. На судебном аукционе, когда вы покупаете, долги списываются. Без судебного аукциона вы должны проверить, какая сумма этого долга. Вот. Эта информация открыта. Так же, как плесень в каждом доме есть. После покупки любого дома нужно сразу начинать платить за газ, воду и свет. Нет, Таня. Если вы купили дом, но там не живете, ничего платить не надо. Не включайте там, в смысле, не делайте договор на подключение газа, света и воды. И ничего платить не надо. Вот так. Если даже вы сделаете договоры, так сколько вы потратите по счетчикам, столько и оплатите. Нисколько не потратите, значит, нисколько не надо платить. Все как везде, все как обычно. Как можно иностранцу постоянно жить после покупки недвижимости? Инна, хороший вопрос. Я вам сразу скажу, что Германия и Швейцария, они не входят в список тех стран, которые дают ВНЖ при покупке недвижимости. Поэтому постоянно вы проживать не сможете. Для этого нужно оформлять рабочий контракт, хотя бы рабочий контракт. Рабочий контракт даст сразу вам ВНЖ на 5 лет. Оформление рабочего контракта делается очень быстро, 1-2 дня. Это я вам не говорила. Угу. Да. Вы немецкий хорошо знаете. Нет, я немецкий не знаю, но стараюсь говорить. Что-то сегодня утром сказала. Так, утром что я сегодня сказала? Так, Guten Morgen, mein lieber Kind. Так, что еще сказала? Wie geht es dir? Потом сказала, schlafst du gut? Вот три фразы сегодня сказала за день. А это уже что-то, потому что так обычно мне не с кем говорить на немецком. Еще ни одного немца нет рядом со мной. Я жду его, эту жертву, которая будет слушать мой корявый немецкий, пару слов, которые я знаю. Нет, мне для работы немецкий не требуется, поэтому я спокойно говорю на русском языке. Извините, где вы живете? Я живу в Швейцарии, кантон Аргау. Это немецкоговорящий кантон недалеко от границы с Германией. Ольга, долг по дому можно знать только у нотариуса. Нет, не только у нотариуса. Если Грюнбухаус-Туг вам выдаст, бывший владелец даст, в чем я глубоко сомневаюсь, то у него можете узнать. Но ему-то это невыгодно. Если у него там долг, а он вам показывает, что у меня вот такой долг, вы скажете, нет, это мне неинтересно. Поэтому вот, то есть, спасибо большое. Тебе легко говорить. Да потому что я делаю. Если какая-то возникла ситуация, не надо ждать, когда этот череп прорвется. Нужно быстренько принимать решение. Ни от каких проблем никуда не убежишь. Вот, поэтому я не могу понять, вот у вас проблема с разводом жены. Вы ее почему не воспитывали? Почему у вас нет контакта, чтобы разойтись? Я не знаю. Я поэтому не консультирую по разводам. Благодаря вам я увидела доступные цены. Так, у меня теперь есть мотивация купить. Ну, я думаю, что у всех, у кого нет дома, должна быть такая мотивация что-то купить. Понимаете как? Вы можете купить дом, можете сдать его в аренду, вы можете ведь не жить в нем. Вот некоторые говорят, ой, какой хороший объект вы выставили, классный такой дом. Это очень далеко от меня. Да хоть где он пусть будет, какая разница? Хоть где, если вы живете в Германии, купили три дома в Италии, сдаете их в аренду, например, на эти деньги можете жить в прекрасной новой квартире, арендовать в Германии. Почему все какие-то у вас стандарты? Только тогда, когда вы научитесь действовать нестандартно, тогда появятся деньги. А так,
Давайте буду думать, вот почему вот я здесь живу, и возле меня никогда дешевых домов. Ну, их не будет никогда. Что теперь не покупать дома? Дома – это просто кирпичи. Купил кирпич, продал кирпич. Все. Я некоторые объекты даже не езжу, не смотрю. Никогда покупаю, никогда не продаю. Зачем смотреть? Ну, что смотреть мне дом, который 20 тысяч? Ну, что это мне даст, что я его посмотрю? Я знаю, что это санирован бы дешевенько объект. Все. Все понятно. Одним словом все написано. Вам сын помогает с немецким языком. Если какие-то проходят такие важные мероприятия, да, то обычно сын мой старший участвует в этих мероприятиях, да, там, где нужно знать немецкий язык. Он свободно владеет немецким языком. У нас были такие моменты, когда мы приезжаем в Бауамт, и он как там начинает говорить на немецком языке, они сразу там, девочки, забывают, зачем он пришел, куда он пришел. Потому что он уже говорит, как сказать, не так, как я там три слова предложения, а он прямо говорит так, как вот уже положено немцам, да, с их любимыми поговорками, какими-то такими фразеологическими оборотами, вот красиво говорит. Вот. Ну, а младший сын у меня тоже прекрасно говорит на немецком, но у него уже не хокдойч, не хокдойч. Он уже говорит вот сейчас за 10 месяцев в Швейцарии наполовину дойч и наполовину швейцардёч, то есть уже наполовину с таким диалектом своеобразным. И я уже начинаю слышать немножко швейцарский, вот это швейцардёч тоже. Ну, я не переживаю по этому поводу. Вот. В основном я пишу, а писать все можно через переводчик. Поэтому не думайте, что надо выучить немецкий язык, чтобы потом купить дом. Нет-нет, это не требуется. Во Франции у нас без чаевых вообще никто ничего не сделает и не скажет. Вот интересный момент такой, да? Очень интересный. Угу. Как же вы правы, самое дорогое – это общение и информация. Как я вас понимаю? Вот кто меня знает хорошо, я частенько такую фразу говорю, да, такую фразу, что деньги на 45-м месте. И это действительно так. У меня были такие ситуации, когда, например, я развожусь с мужем, и у меня вообще денег нет, оборотки нисколько нет. Мгновенно я покупаю недвижимость, мгновенно появляются деньги. Все, стоит маму не трогать, не доставить ее в пустой комнате, и мама сообразит, где взять деньги. И вот все так же пока осталось. То есть пока мы думаем своей головой, мы не стареем, друзья мои. Пока мы ездим на машине по горам, по Италии, по Франции, мы не стареем. Пока мы ездим по Цюриху, по центру, по Базелю, по центру, мы тоже не стареем. Поэтому давайте покупать дома. Это лучше, чем всех кроссвордов и так далее. Помогает нам все-таки оставаться как бы на нашем профессиональном уровне и вообще на жизненном, на хороших жизненных позициях. Значит, по налогам я не консультирую, да, потому что я плохому вас научу. Какой налог на покупку жилья? В Германии по покупке жилья у нас есть налог на приобретение. Вот этот налог в каждой земле разный. Это местный налог. Местные гемайды сами этот налог утверждают. Минимальная ставка 3,5%, максимальная 6,5%. Эта информация в открытом доступе в интернете. И также больше 50 видео по налогам в моем ТикТоке есть. В Швейцарии такой налог тоже есть. Называется он так красиво. Hände Änderung Steuer. То есть Hände – это руки наши, да, Änderung – замена, как бы, смена рук. Steuer – это налог. Hände Änderung Steuer. Очень красивое название, здесь все красиво так звучит. Какие темы будут на семинаре, сколько стоит семинар? Это нужно писать. У меня в профиле есть почта, и там вам отправят именно какие темы будут проходить на семинаре. Скоро уже семинар, это 28 сентября. Я опять поеду в Германию. Если ремонт дома делает мне сын, и я ему плачу за его работу, то можно списать из спекулятивного налога.
Ой, все намешано, все намешано. Боже что мой. Вы делаете ремонт. Если делает ваш сын, то вы должны ему с ним заключить трудовой договор, если вы хотите что-то списывать. Вы с ним будете делать трудовой договор? Вот подумайте сами. Спекулятивного налога ничего не списывают. Если у вас будет спекулятивная прибыль, будет спекулятивный налог. А вот именно когда вы будете списывать расходы, это влияет на спекулятивную прибыль. Надо стараться делать так, чтобы она была нулевая. Это несложно. Это несложно. Так, добрый вечер. Вернулся из Швейцарии, купил дом. Спасибо вам за советы. Начинаем ремонт. Так, кто у меня такой? Кто такой у меня молодец? Купил дом. Спасибо вам за советы. Начинаем ремонт. Обязательно ведите ТикТок. Показывайте свой ремонт. На ТикТоке тоже можно хорошо зарабатывать. Вы большой молодец. Если что-то будет прижимать, какая-то сложность, то пишите мне, я вам могу спасти в некоторых ситуациях. Или сын должен в Германии быть оформлен как ИП. Как только вы оформите ИП на сына, вы будете сразу жить в Германии, значит, так не могу ничего произносить, под тремя автоматами. Готовы на это? Готовы? Тогда делайте ИП. ИП оформляется в Германии 10 минут. Закрывается 6-8 лет. С болью, с большими потерями, с 5-7, что и операторами, со стрессами, нежеланием жить. Зачем вам это? Ну, просто пусть сын вам сделает ремонт, да и все. Какие проблемы? У меня тоже сын делает ремонт. Швейцария на защите, а родственники на защите в Германии хотят купить недвижимость, но оформить на меня. Это не нужно делать. Вот. Если они в Германии живут и хотят купить недвижимость, пусть приезжают ко мне на семинар, я их научу. Вы не подвязывайтесь в это дело. Не нужно. Я на семинаре рассказываю подробно, как людям, которые стоят на жоп-центре, спокойно покупать недвижимость. В Сербии, действительно, я уже рассказывала, да, в Сербии дают на основании покупки недвижимости. И еще некоторые страны дают. Но смотрите внимательно, потому что некоторые страны дают, например, на 3 года, на 5 лет. Вот так вот. У меня есть рабочий контракт, могу ли я взять в банке ссуду на покупку жилья, может, вы знаете. Не знаю, с какой вы страны. Наверное, я не консультирую по кредитам, потому что у меня такого опыта нет. Я за 8 лет пыталась пару раз взять какой-то кредит, но мне никто не дал, поэтому я не могу вас проконсультировать. Я из той категории, которая должна работать на свои деньги, потому что мне кредиты никто не дает. Я показываю несколько договоров, сколько у меня недвижимости из Германии. В банке мне говорят, ну что нам, это без разницы. Без разницы на это все. Дайте, пожалуйста, лоноусвайс. Если лоноусвайса нет, никто не разговаривает. Поэтому пробуйте, хотя бы попробуйте оформить не ипотечный кредит, а потребительский кредит. Например, вот в Швейцарии потребительский кредит дается 90 тысяч с легкостью на раз-два. Но, к сожалению, это для покупки в Швейцарии это очень небольшая сумма. Без и такие дела про... Ну да, я просто живу, понимаете как. Если вы ходите на работу, вам когда проворачивают какие-то дела, если вы на работе все время... Ну вот, а я не хожу на работу давно, поэтому у меня есть время, есть возможности зарабатывать, какие-то дела делать. Язык здесь не имеет значения никакого, абсолютно никакого. Есть люди, хорошо знают 7 языков, у них нет никогда не было жилья, они не представляют даже, как купить. Они вообще сидят без денег, зная 7 языков. Так, сейчас минуточку, когда мне... Выходит сообщение, как бы подключиться на эфир. И я не вижу вопросы. Сейчас, 2 секунды, одна, все. Вы по Словении что-то знаете? В Словении живут люди. Если живут люди, значит, продается недвижимость. Понимаете как? Словения
Есть судебные аукционы, на которых можно купить. И также в Словении можно купить дешевые дома без аукциона. Вот этой информации достаточно, чтобы вам покупать. А вы в каком городе? Я живу в Швейцарии, кантон Аргау. Так за ними же нужно следить за домами. Если далеко живешь, как следить? Как у всех в любом бизнесе? Что мешает вам? Вот я сейчас приехала здесь в Швейцарию. Все дома, которые, все, что у нас делается в Германии, следит мой старший сын. Какая проблема? Все нужно организовывать в бизнесе. Понимаете как? Не более того. Сейчас я уже здесь начинаю в Швейцарии покупать первые объекты, да? Здесь я слежу за этой ситуацией. Все же можно организовывать. Хватит уже мыслить вот такими стандартами. Все возможно сделать, обо всем договориться, все предпринять. Есть интернет, есть машины, если нужно что-то приехать. Вот я раз в месяц приезжаю, чтобы пройтись по объектам, подписать какие-то документы, заплатить какие-то деньги, и все остальное, все работает. Все нужно делать просто. После покупки квартиры или дома в Германии дают какой-то статус? Нет никакого статуса. Никакого. Так, Людмила добивается, все. Третье уже сообщение. Вы в Германии. Людмила, я жила в Германии 8 лет, и уже почти год, ну еще не год, но почти уже год, живу постоянно в Швейцарии. Добрый вечер. А как сын учил немецкий? Вот 13 сентября, вот сейчас вот скоро, будет 11 лет, как он живет в Германии, постоянно. Ну и не забывайте, что все студенты университетов, они все знают, ну, минимум 2-3 языка. Вот когда он же студент университета, в университете все дети, ну, в школе и в университете дети все хорошо учат немецкий, да, у них высокий уровень. Но а младший, это у старшего, да, а младший мой сын, он, для него немецкий язык – это родной. Поэтому он, конечно, уже говорит так, как мне близко не сказать. Так, Оля, попробуем баттл. Как-то мне страшно. Давай, нажимай, Зарислава, посмотрим, как это все работает, баттл-то. Вот мне страшно. Так. Так, так, так. А как это нужно баттл-то? Готово, пишу. Надо все новое что-то пробовать, учиться. Готово, но пока не вышли на меня на баттл, я пока еще поотвечаю. Так, так, так. Здравствуйте. Когда ближайший семинар? Будет 28 сентября. Так. Подскажите по дешевой недвижимости в Англии. По-моему, вы мне писали уже. Напишите мне в личное сообщение, потому что мне очень мало информации, где вы находитесь в Англии, сколько находитесь, с каким параграфом заехали, то есть, чтобы сориентироваться. После 40 лет кредит проблема взять можно и не искать. Ну вот, вот такая причина, например. Да, я, конечно, уже обращалась, когда, ну вот, когда я за кредитом, может быть, мне уж 50 было. В 48 я приехала в Германию, но не первые 2 года. Вот. Сколько стоил ваш первый дом в Германии? Я покупала квартиру 115 метров квадратных за 15 тысяч евро. Вот это была первая квартира. Шикарная квартира. Вот. Мне она чем понравилась, потому что там в спальне было 6 окон, и они были вот такие по кругу. Стена была неровная, построена как по кругу. Это так красиво смотрелось. Мой аккаунт заблокировали там, где вы мне написали, что ответите в личное сообщение. Ну, я никак к этому не причастна. Я не блокировала ваш аккаунт. По-моему, у вас был простой вопрос, у меня простой ответ.
Доброе время суток. В Испании на аукционе чаще дороже, чем просто от хозяина. Согласна с вами. Согласна. В Испании от 4 000 можно купить дома. Конечно, на аукционе это будет дороже. Но надо все равно ходить. Во-первых, набираться опыта. А во-вторых, появится такой аукцион, когда вы будете только один. И купите тоже недорого. Если есть своя рабочая сила, то, конечно, проблем нет. Так вы же создаете бизнес. У вас должно быть все. Кто делает ремонт, кто оформляет документы, кто ходит на аукцион, кто знает язык. Вы просто менеджер, вы создаете бизнес. У каждого своя роль, у каждого свои задачи, своя ответственность. Поэтому все и работает. Какие земли в Германии стоит рассматривать для покупки недорогих домов? Смотрите, сложно сказать, потому что, когда, например, я выкладываю объявление, то я не выбираю какую-то землю, да, я нахожу какие-то недорогие объекты, и только потом уже смотрю, какая это земля. Поэтому, если оборотки совсем мало, небольшая сумма, то работайте сначала в любых дешевых землях, да. Когда оборотки станут побольше, уже будете работать в Баварии, Баден-Вюртемберг. Какие земли вас интересуют? Меня сейчас интересует только Швейцария. Потому что я здесь накопала недорогие объекты. Вот, недорогие объекты. А все, что недорого, мне всегда очень прямо так, вот как бальзам мне на душу. Понимаете как? Правда, еще у меня ничего никуда не сдвинулось, но оно сдвинется. Поэтому, конечно, в Швейцарии тут все гораздо выгоднее в покупках. Так, дом покупать не страшно, а батл страшно. Вот это точно. Еще замуж выходить страшно, а покупать дом, там какой страх-то? Покупку дома оформляет нотариус, он знает все законы, все знает, поэтому я на него полностью полагаюсь. Он 15 лет учился, потом лицензию имеет, все знает, нечего бояться. Скажите, пожалуйста, как вы себя оформили? Я себя никак не оформляла. С какой целью мне? Зачем? Вот как только вы себя как-то оформите, вы станете сразу уже интересны для многих людей, в том числе для налоговой инспекции. Ну, вам зачем это нужно? Нужно определиться, либо как-то себя оформлять, либо зарабатывать деньги. Вот это абсолютно две разные ситуации. Так. Сколько стоит дешевый вариант в Швейцарии? Ну, вот я не скажу, что все я исследовала, да. Вот сейчас, где я смотрю объекты, вот один домик я купила, это 30 тысяч он вышел. Он состоит из 5 участков. Значит, на четырех участках есть дом, часть дома, а один участок просто земля. Вот такой вот объект, 3,5 сотки с домом и немножко земли. Это вышло 30 тысяч евро. Но не хотели 35. Я говорю, 35 слишком мне как-то страшновато. И жалко. Давайте хоть скидку сделаем 5 тысяч. Они говорят, ну это слишком, это как бы дешево будет. Я говорю, ну я хочу скидку, пожалуйста. И мне сделали скидку. Так, все, держусь. Нажала кнопочку. Но я хочу еще дешевле 30 тысяч. 30 тысяч многовато. Я хочу еще дешевле. Понимаете как? Мне вообще интересно что-то покупать недорогое. Кто там крадется на носочках? Здравствуйте, я правильно понимаю модель? Найти недооцененную недвижимость, купить, ремонт, продать. Ну, можно и так подумать. Но только, я бы сказала, слишком много вы написали. Вот купить и продать, да, ремонт не всегда. То есть для ремонта нужно, чтобы уже были и финансы, да, и время. Так, все вопросики закончились. То сегодня я справилась.
Так ремонт тоже не бесплатно. Это стоит 20 евро за человека в час, а скорее даже 50. Ну, я бы сказала, 40. Примерно в Германии 40 евро за час. Что думаете об Италии и этом деле? Ну, смотрите, с опытом вы можете хоть где зарабатывать. Но в Италии просто денег мало у людей. Мало. Им тяжело, понимаете как? Денег хватает только за квартиру заплатить, на еду и на проездной. Нет у них денег, чтобы вкладываться. Но если недорогая недвижимость будет, тогда будет выгодно покупать. А вся информация так, в каком городе семинар будет. А семинар мы проводим пока в городе Клаузен, но мне очень хочется проводить на другом объекте, в другом городе. Поэтому, если у нас появится такая возможность, может быть, мы перенесем семинар в другой город, где у нас сейчас новый объект, и я бы хотела уже на новом объекте проводить семинар. Год назад я покупала банк, это Шпаркассу. Я выкладывала видео по Шпаркассе, можно посмотреть. И вот мы прямо ждем, чтобы нам быстрее передали ключи. Если там нам ключи передадут, то, конечно, мы сделаем в этом Шпаркассе, в банке, посмотрим там сейфы всякие там, ну там интересно все, площади огромные, все чисто, красиво, поэтому вот пока отправляем приглашение на город Клаузен. Так, в чем тогда соль? Купить за 7, продать за 50 без ремонта. Как это возможно? Это все возможно. Все возможно. Как послушать, у вас все просто, а на самом деле и к нотариусу нужно, и штойр платить, рабочую силу платить. Давайте разберемся. Для меня почему просто? Потому что я уже долгие годы этим занимаюсь, 31 год. Поэтому для меня уже все просто. Это как у всех людей, когда они какую-то деятельность знают хорошо, у них все просто становится. Нотариусу платить, ну это... Очень маленькие суммы. Я бы даже не акцентировала внимание на этом. Где-то у меня тут есть телефон. Сейчас я возьму, например, так. Возьму, например, на этот калькулятор. Вот если вы, например, покупаете дом, давайте за 15 тысяч. Умножаем на 1,2%. 180 евро. Что тут думать-то, какие сложности? 180 евро. Если это будет сумма, например, 20 тысяч за дом, то 240 евро платить. Что вы, о чем здесь переживать? Я не могу понять просто никак. Если вы в Мюнхене будете покупать, там будет 35 тысяч, например, с объекта. Но там еще можно перенести. Ну, не все же покупают в Мюнхене. У меня канал для простых людей, которые покупают недорогую недвижимость. Поэтому мы не в Мюнхене ее покупаем, там нет дешевой недвижимости. Поэтому для нас это недорого. Сколько надо платить штойр на приобретение? Давайте сразу считать. Так, если за 15 тысяч купил, например, минимальная ставка 3,5%, умножаем на 3,5%. 525 евро. 525 евро. При покупке дома 525 евро. Что, о чем тут переживать? Какие сложности, не могу понять просто никак. Так, если за 20 тысяч, это минимальный, да? А если, например, максимальный? 15 тысяч умножаем, максимальный налог 6,5%. 975. Ну, меньше тысячи. Ну, вы как хотите купить дом и нисколечко даже не заплатить ни 200, ни 500, ни 1000 налога? Вы как так это планируете-то? Кстати, хочу вам сказать, что по Швейцарии еще проще. Здесь есть кантоны, где есть налог, да, на приобретение. Как я уже говорила, называется красиво «Hände Änderungssteuer». Вот, а есть кантоны, где налога нет. Вот где я покупаю в итальянском кантоне, там налога нет. Поэтому покупаешь, ничего платить не надо. Вот. По поводу рабочей силы, я не знаю. Мы очень много работы выполняем сами. Бывает, мы и нанимаем мастера,
хорошего. Но мастеры работают хорошо, поэтому сильно больших затрат на ремонт я не вижу. Поэтому не делайте ремонт, если у вас нет рабочей силы. Я не знаю, муж, может быть, есть у вас, который может что-то делать. Вот у меня мужа нет, но у меня сын в ремонте, и он, ему это нравится, и у него хорошо получается, и это не так дорого. Оля, курс у нас проходит 28 сентября. Так, ждем батл. Кто-то уже, Зарислава уже исчезла, которая батл со мной хотела. Пока тут я собиралась, боялась, уже батла нет. Лучше покупать через аукцион. И так можно покупать. Как будет выгодно. Вот если без аукциона есть недорогие объекты и долги там небольшие, покупайте без аукциона. А где-то только через аукцион можно купить. Вот, например, дома по 100 тысяч. А на аукционе вы за 50 тысяч купите. Вот уже выгодно. И так используйте. Поэтому я тоже выкладываю какие-то объекты с обычной продажи и также с аукционов. В Италии зарплата 900 евро в месяц. Дома продаются по 5 лет. Люди бедные. Это так и есть. Это действительно так и есть. И также у нас и в Австрии точно так же, да? Так. А Марии ее мини-отель вы помогли купить? Нет, я не помогала. Но она очень позитивная девушка. Я просто ее обожаю. У нее тоже все легко и просто. Как и должно быть у всех людей, которые не страдают в этой жизни, понимаете, а просто живут счастливо. Все. Вот так нужно, да. Улыбаться, быть активной в жизни, да, позитивной. Вот так и должно быть. Понял, спасибо. Даже на севере Италии. Вот на севере Италии, кстати, очень выгодно покупать, потому что это получается рядом с границей со Швейцарией. Я никогда не думала, ну, я не предполагала даже такого, что каждый день не 2500, а 25 тысяч итальянцев заезжают в Швейцарию, чтобы заработать деньги. 25 тысяч. И, конечно, им надо где-то жить близко, да, с границы Швейцарии, чтобы не так много времени тратить. Не 2500, а 25 тысяч. Представляете? Швейцарии нужна такая сила рабочая, да? И итальянцы хотят тоже зарабатывать. Так. Слушаю вас с удовольствием, хочу больше разбираться в этом вопросе. Алла, приезжайте на обучение, я обучаю. 28 сентября будет обучение проходить. Вы не просто там получите знания, еще получите очень много контактов, полезных контактов. У меня на семинары приезжают и миллионеры. Вот на прошлом семинаре был миллионер из Швейцарии. Вот. Теперь у меня есть еще один контакт миллионера. Вот. Очень даже приятный мужчина. На следующей неделе я поеду к нему в гости. После семинара он мне сразу скинул свой адрес. И я думаю, что надо ехать. Надо ехать. Запишу вам видео, какие будут возможны. В Милане все хорошо, но я бы не хотела что-то в Милане иметь, да? Не забывайте про мафию в Милане. Спасибо. Вы безработный человек, стоите ли вы на джоб-центре? Мне интересно, как вы нигде не работаете? Я не стою на джоб-центре, потому что, ну, сейчас я живу в Швейцарии, здесь, ну, невозможно стоять на джоб-центре. То есть, если ты стал на джоб-центр, то тогда и не жди, и не рассчитывай на швейцарское гражданство. Я еще пока не знаю, буду ли я подавать на это швейцарское гражданство, но оно тоже крутое. Хотя немецкое свое я очень люблю. Вот. Я с 2005 года не работаю, поэтому все у меня в порядке. Я даже на 100 грамм не похудела и никогда не голодала. Наоборот, есть время для того, чтобы жить свою жизнь. Свою жизнь надо проживать каждому. Свою. Вот. Я занимаюсь недвижимостью, это абсолютно хороший доход.
Вот, поэтому занимайтесь недвижимостью. Я тоже нигде не работаю 24 года. Ну вот, нас много таких. Вот. Как некоторые говорят, вот люди взяли, например, как автодом, и поехали туда, сюда, то есть они поехали в другие страны, все прочее, и все им пишут, на что вы живете, как вы там заправляете автодом, где еда. Ну, все работаем вот таким способом, когда уже доходы есть. Есть доход, который позволяет и путешествовать, и ездить, и так далее. Так, лучше покупать через аукцион или просто дешевые дома? Ну, я уже ответила, да, хоть так, можно, Лариса. Да, согласна. А сколько домов в год можно продавать как приват? Хоть сколько, нет ограничений. Нет никаких ограничений. Вот. Ну, я вам скажу так, что есть разные лайфхаки, которые позволят вам спокойно в этом направлении действовать и не думать про эти дома. Я рекомендую так. Каждый месяц либо покупка, либо продажа. Это вот хорошая такая загруженность. Ни много, ни мало, нормально вот так. А скажите, пожалуйста, на аукционе нужно внести 10% стоимости, если не удалось купить, возвращается? Да, все возвращается. Все возвращается. Есть разные способы, да, когда нужно внести вот эти 10%. У нас есть свое ноу-хау, которое мы уже в команде, значит, все попробовали, самый лучший вариант нашли, и мы на семинаре рассказываем, как это нужно действовать. Это очень крутой ноу-хау, и вам не придется ни ждать, ни отправлять деньги в банк. Ольга, если дом историческая ценность, можно там делать ремонт? Да, дома с исторической ценностью точно так же ремонтируют, никаких проблем нет. Может быть только ограничение по фасаду. Все. Фасад оставляйте, какой есть, и все. Тут проблем нет никаких. А сам строительный материал сколько обходится? Ну, сложно сказать, зависит от того, какой объект вы делаете. Вот. Мы раньше покупали в Польше материал, когда большие делали объекты. Сейчас уже не покупаем. У нас есть скидка 30% на все строительные материалы, поэтому покупаем уже со скидкой в Германии. Что-то покупаем в интернете. Так, так, так. Так, здравствуйте, можете посмотреть в моем районе, пожалуйста, буду очень благодарен. А что у вас не получилось посмотреть? Вот вы ленитесь или что? Кофе у вас нету? Какая причина посмотреть? Ну вот, смотрите, на Kleinanzeigen вы заходите, зайдите в раздел «Immobilien», нажмите кнопочку «Искать», «Suchen». После этого наберите там, где «Ganze Deutschland», наберите просто ваш индекс 53557 и нажмите кнопочку «Поиск». Все. И появятся все дома, которые есть в этом районе. Так как вы пишете, что любой вам дом посмотреть, я думаю, что проблем с поиском не будет. Есть люди, которые говорят, я хочу дом до 20 тысяч, вот у них будет проблема с поиском. Но у вас-то никакой проблемы не будет, потому что вы не ограничены в цене. Это очень важно. Так. 55, 53. Так, 5, 5, 7. Угу. Так, сколько здесь домов? Ну вот самый здесь 11 предложений в вашем городе продается, не так, что много. Так, значит, ого, самый дорогой дом 2 799 000 продается, но здесь 40 комнат. Это, видимо, многоквартирный дом. А дальше такие цены: 746, 609 тысяч, 615, 569 и один дешевенький есть. Один есть дешевый, ну, для вас. Так, 110 метров, 3 комнаты, 209 тысяч евро. Продает Шпаркасса.
Так, что тут за улица? Ну, дом не старый, нормальный. Продаешь шпаркасса. Смотрите, зайдите на сайт шпаркассы вашей местной и посмотрите, какие объекты она еще продает. Потому что я вижу один. Кстати, тут рядышком с Райном этот дом находится. Очень красивое место. Даже очень красивое. Ой-ой-ой. Ну, поэтому и дорогие дома. Это между Боном получается, уже в сторону Коблинца. То есть самый дешевый у вас 209 тысяч и самый дорогой 2 миллиона 700. Приветствую, Леонора. Подскажите, какая земля на лучше подходит для средних чеков? Бавария дорогая. Ну как она дорогая-то? Напишите стоимость среднего чека. Ну, в Баварии можно от 50 тысяч найти. Как она дорогая-то? Все как в каждой земле. Есть что-то дорогое, есть что-то дешевое. Я понимаю увеличение стоимости из-за установки теплых полов. Без этого как продавать дороже? Наоборот, теплые полы не все любят. Ну, немцы, они очень практичны. Я вам скажу сразу, что они многие, покупая недорогие дома, они не любят теплые полы, потому что либо надо включать теплый пол, это будет дорого, да? А уже батареи-то ведь нету. Они по привычке любят, чтобы были батареи. Поэтому есть другие лайфхаки. А Восток мало кому подходит. Подскажите, пожалуйста, есть что-то возле меня? Я вам подсказала. Какие документы нужны для покупки жилья в Германии? Значит, смотрите. Что нужно для покупки жилья в Германии? Значит, первое, что нужно – желание. Второе, нужно паспорт любой страны, любой паспорт, абсолютно любой паспорт. И деньги, все. Больше ничего не нужно. Только три вещи – желание, паспорт и деньги. Значит, кто спрашивает по семинарам, пишите на почту Frank13, ну вот она почта у меня есть в этом в моем профиле. И вам девочки отпишутся по семинару. Надо брать миллионера. Так, 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 так. В чем ноу-хау чек из банка взять? Так как эта информация есть на сайте. Значит, давайте поговорим, чтобы немножко было другим понятно, да? Вот самый простой вариант – это когда вы делаете перевод Überweisung с вашего счета на счет банка, где будет проходить судебный аукцион. То есть вы это знаете, это вы можете делать. Здесь чек может быть не только из Германии на счет немецкого суда, из любых стран Евросоюза плюс Швейцария. Из любой страны можно перечислить. Могут перечислить за вас третьи лица. Это не имеет значения. Может быть так, что, например, ваш 10% составляет 1000 евро, и будет сделано 28 переводов, например. Каждый по чуть-чуть переправил, и уже вы можете участвовать в судебном аукционе. Второй, значит, момент по поводу оплаты вот этих 10% – это оформление банковского чека Бундесбанка. Вот, это стоит где-то 25 евро, но в каждом банке по-разному. Этот чек оформляется на определенную сумму. Эта сумма должна лежать у вас на счете в обязательном порядке. Это тоже не все могут использовать, потому что у кого-то денежка есть, а на счете, например, этой денежки нет. Вот такая ситуация. И чек оформляется, нужно время. Не скажу, сколько точно. Вот то мне писали, по-моему, около недели. Это чтобы заказать чек и получить его. Этот чек, он действует в течение 3 дней. То есть, если вы сегодня пришли на аукцион с этим чеком, и если вы купили, то эти деньги у вас на счете, ну, когда выписывается чек, деньги на счете замораживаются. Если вы купили на аукционе, то в течение 3 дней банк снимает эти деньги со счета вашего. Если вы не купили, тогда эти деньги разблокируются, и вы снова можете делать. Ну, каждый раз нужно выписывать такой чек.
Есть еще такая оплата, как банковская гарантия. Это для тех людей, которые работают на чужие. Это когда вот вы планируете, например, что-то купить на судебном аукционе, но своих денег у вас нет, и вы будете обращаться за кредитом в банк, за ипотечным. Поэтому вам нужно до момента, когда вы пойдете на судебный аукцион, заранее в несколько банков написать электронные заявки, выбрать самый оптимальный вариант для вас, принести туда документы, показать и получить бештетигунг из банка, который действует в Германии до 2 лет. То есть в пределах 2 лет вы с этой банковской гарантией можете приходить. Она оплачивает и 10%, и 90%, если вы дальше что-то купите. Вот. Мы используем еще другой вариант. Смотрите, если еще добавила бы, если вы находите судебный аукцион, там написано 0, то ничего платить не надо, просто приезжайте на аукцион. Если там написано 1 евро, то 10% платить не надо, надо платить 1 евро. А вот сумма более 1 евро, там уже 10% нужно считать. Поэтому тут сложностей никаких нет. Если покупать дома ближе к польской границе, это выгодно, по вашему мнению? Я не знаю, я там никогда не покупала. Но если у вас денег немного, то хоть где покупайте в Германии, не бойтесь. Заработайте деньги, а потом уже будете покупать в любимом районе. Я вашему спокойствию отвечать на банальные вопросы так вежливо и подробно. Ну, у меня же эфир именно общение с подписчиками. Поэтому если надо эту информацию получить, поэтому я рассказываю. Так, хочу попасть к вам на семинар. Можно оплатить лично? Все можно. Вы посмотрите, как вам далеко ехать и вообще, когда это все будет. 28 сентября. Это у нас в субботу. У нас по субботам. Добрый вечер. Посмотрите, пожалуйста, Дортмунд, есть дома? А сами скажите, почему вы не посмотрите? Мне вот это интересно каждый раз. Ну, давайте наберем Дортмунд. Да. Я думаю, что это очень большой город, поэтому тут домов должно быть там очень много. Ну, сейчас проверим. Дортмунд. Так. Угу. Так, вот у меня Дортмунд плюс 10 километров. 427 домов. 427 домов. Ну, все можете купить. Очень, очень много. Но это всегда так. Если крупный город, то всегда очень много домов. Так, 2 миллиона 200. Минутку. 2 миллиона 200. Миллион. Так, вот самый дорогой 2 миллиона 200. По Дортмунду, а самый дешевый, минутку, пролистываю, ой, конца края нет, ну вот уже мне попалось несколько домов по 210 тысяч, ну то есть это вот 210 тысяч, это уже можно пробовать покупать. В крупных городах там особый порядок покупки. Нельзя вот таким способом покупать, это невыгодно. Здравствуйте, с израильским гражданством можно покупать в Германии? Можно покупать без всяких проблем. Добрый вечер всем. Дайте, пожалуйста, какая рентабельность найти дома плюс-минус 10%. Смотрите, скажу кратко, чтобы вам было понятно. Если вы будете работать с недорогими домами, то рентабельность в разы, в разы. Рентабельность в разы. Если вы будете работать с объектами от 100 тысяч и выше, в процентах. В процентах. Вот все примерно так это работает. Остальную сумму, кроме 10%, может оплатить третье лицо. Да, хоть кто может оплатить. Это вообще не проблема. Можно оплатить и наличными деньгами. Я вам это не говорила. Моя родная тетя хотела бы помочь мне с покупкой. Обнимайте и берегите свою тетю. Конечно, конечно. Обязательно не упускайте такую возможность.
Вас не посадят за то, что вы советуете дома покупать тем, кто получает бюргергельд. Но нет, меня не посадят. А кто здесь? И их тоже не посадят. Так. Так, 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 так. Минуточку. Минуточку. У меня перескакивает, и я теряю вопросы. Так, с израильским гражданством. Это я ответила. Так, рентабельность. Так, это я ответила. Так, так, так. Минутку. Тут еще и сами между собой переписываются. Так, добрый вечер. А где вы находитесь? А где я нахожусь физически, да? Я живу в Швейцарии. Здесь нахожусь. Где вы работаете? Пока нигде не работаю. Вот. Ну и, в принципе, я не планирую пока устраиваться на работу. Я уже не молодая, нужно же время, чтобы просто жить, не только работать. Недалеко от Гамбурга, в Дорф, где-то можно найти дом до 100 тысяч. Не знаю я, Гамбург очень дорогой город. Очень дорогой город, поэтому до 100 тысяч, может быть, в деревне можно найти, но это не будет так близко с Гамбургом. Если человек в Украине не работает, если человек с Украины, но работает в Польше, где он должен платить налог от продажи дома в Германии? В Германии. В Германии. Здравствуйте, когда семинар у вас? У меня семинар 28 сентября. Скажите, пожалуйста, рыночная цена 280 евро, покупная 13 тысяч. Ничего не могу понять. Рыночная цена 280 евро, покупная 13 тысяч. Так, давайте подумаем. Мне нас ориентируется. Вы на судебном аукционе покупаете? Потому что, ну, мне непонятно. Рыночная цена 280 тысяч, что ли? Покупная 13. Например, на судебном аукционе там нет ни покупной цены, ни рыночной. Там оценочная стоимость. Семинар 28 сентября. Так, 10% от... рыночная цена 280 евро, покупная 13. 10% от какой суммы нужно платить? Значит, если вы зашли на сайт судебных аукционов, вот там указана оценочная стоимость. Вот от этой суммы нужно платить 10%. Как вы знаете, что покупная 13 тысяч? Никто этого не знает, пока не прошел аукцион. Вот когда проходит аукцион, и тогда уже, если ты был на этом аукционе, ты узнаешь именно, за сколько он продался. А так эта информация, она, ну, она нигде, ее нельзя увидеть. Даже на окраинах Гамбурга очень дорого. Это действительно так. Возле Гамбурга таких цен нет. Я сама тут еле купила. Угу. Я правильно понимаю, что вы ищете недвижимость для дальнейшей перепродажи? Да, я обычный флиппер. Я обычный флиппер. Ленивый флиппер. Очень много флипперов по всему миру, да. Мы работаем с самой дешевой недвижимостью. В Германии эта недвижимость называется Schrottimmobilien. И на ней самый максимальный доход. Поэтому с ней и работаем. Здравствуйте, на каком сайте можно посмотреть аукционы? Надо набирать слово «Zwanfelsteigerung», и тогда появятся сайты аукционов. Их 80 штук. Искать можно на любом, абсолютно на любом сайте. Есть сайты, где есть перевод на французский, английский, немецкий язык. Есть сайты, которые можно перевести на русский язык. Хороший перевод. Почти не корявый, поэтому все увидите. То есть на любом сайте. На одном сайте вы, например, найдете точный адрес, улица, номер дома и адрес. Бесплатный гутахтен, это оценка дома, что очень важно. Море фотографий там, ну какие-то зацепки, да. На другом сайте что-то другое, может, увидите. Поэтому на всех сайтах смотрите. Потом будет какой-то любимый сайт, который вы... закрепите, выведите иконочку на телефон и будете в нем все время лазить, в этом сайте.
Привет, друзья. Если покупать старый дом за 50 тысяч, если земля стоит... Есть ли смысл покупать старый дом за 50 тысяч, если земля стоит 25? А если вы будете там проживать просто, то есть смысл, да? Я такие дома за 50 тысяч не покупаю. Максимум до 20 тысяч. Вот. Если вы будете продавать, то смотрите, надо, чтобы дом был тогда солидный. Если земля дешевая, то дом должен быть посолиднее. Добрый вечер. Как попасть на аукцион? Это очень просто. Заходите на сайты аукционов, найти их несложно, набирайте слово «Цванфирштагерунг» и появятся сайты аукционов. Выбираете какой-то объект. Здесь же на этом сайте есть такие данные по этому объекту. Номер аукциона, дата аукциона, место проведения аукциона, орган, который проводит аукцион. И тут же будут банковские реквизиты, куда нужно платить 10%. Вот все на одном сайте. Все есть прямо сразу. Выбрали какой-то объект, сразу же 10% посчитали, оплатили, и все. Больше ничего в Германии не требуется. Приходите на аукцион по времени, по дате, и взять с собой нужно только паспорт. Потому что мы же за границей живем с паспортом. Очень многие приходят, например, берут водительское удостоверение. Либо, например, берут визу. Вот Aufenthaltstitel, например. Вот берут. Это не работает. Да, вас не допустят до аукциона, нужно брать паспорт. Только с паспортом. Все, больше ничего не требуется. Для сдачи в аренду покупаете недвижимость? Нет, я не доходник. Я не покупаю, потому что считаю много рисков. 24/7, когда жить. А доходы от аренды очень маленькие. Крошечка. Поэтому я не покупаю это. Реально ли найти хороший дачный домик в Альпийских горах Граубюнген в пределах 500-600 тысяч франков? Конечно, можно найти. Но я бы не сказала, он не называется дачным. Он же у вас вот земля в собственности. Конечно, можно найти. Если я поищу, так я и дешевле найду. Ну, не знаю, как мне вас запомнить, чтобы я вечером посмотрела, сколько там стоит. Но в итальянской части, это недалеко, да, от Граубюнгена, там можно, вот я домик купила за 30 тысяч. А если у вас 500-600 тысяч франков, это вообще можно разгуляться. Много чего можно купить на эти деньги. Так, Максим. Так, добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, если покупать дом около 30 тысяч евро за наличные, это можно сделать? Можно сделать, да. Не все на это идут, но это есть такие люди, это можно сделать. Вот. На каком сайте вы определяете стоимость земли? Сайтов очень много. Примерно 50-60 сайтов. Вот. Все пользуются разными сайтами. Например, я пользуюсь сайтом geoportal.de. Мой сын пользуется сайтом geobasis.de. И еще их очень много. Поэтому просто наберите кадастровую стоимость, и эти сайты все появятся. Если купить дом с аукциона с жильцами, как их выселить? Очень трудно. Выселение будет, если это будут арендаторы, 2-3 года. Это минимум. Вот. А вам зачем покупать дом с жильцами? 35 тысяч объектов продается. Выберите себе, пока у вас опыта большого нет, и без жильцов, зачем вам жильцами? Настрадаться, намучиться, что ли? С какой целью? Цель какая у вас именно с жильцами? Вот. Если арендаторы, то да, выселение, как всех арендаторов в Германии. Какие-то быстро выселяются, которые более такие адекватные, а некоторые живут пожизненно, и их не выселить. С владельцами там попроще. Вот эта информация, она нигде не скрывается. Если вы на сайте нашли объект, и там будет написано «Фермита», да, то вот это есть, что это есть, значит, арендаторы. Угу. По земле я уже ответила. Как часто вы проводите онлайн-трансляции? Во сколько? Ну, как есть время. Вот есть время, настроение, вот я провожу. Вот бывает так, что какой-то прямой эфир прошел,
столько гадостей наговорили, написали, что уже не хочется ничего рассказывать. А бывает, попадаются такие позитивные люди, да. Еще мне очень радует, когда кто-то пишет, что покупают какие-то дома на судебных аукционах. Тогда у меня как бы больше настроения что-то с вами делиться какой-то информацией. Вам не надо по этому поводу переживать, потому что я все... Спасибо большое. Потому что я все трансляции свои, я их выкладываю в ТикТоке, в ТикТоке на YouTube-канале, прямо из ТикТока. Нажимайте кнопку YouTube-канал, попадайте на мой YouTube-канал, и там вот таких эфиров, как сегодня, очень-очень много, где, в принципе, вся информация изложена. В какой земле лучше смотреть дешевые дома? Где вы найдете? Где найдете, там и хорошо. Потому что я выкладывала много домов по 5, по 6, по 8 тысяч, а сейчас выкладываю уже до 20 тысяч. Цена немножко подрастает все равно. Я имею в виду, нужно ли показывать происхождение денег, если покупаешь дом до 30 тысяч. Максим, меня заблокируют аккаунт, если буду вам отвечать на такие вопросы. Вот. Поэтому все это возможно, я вам могу только так ответить. Я ни разу не показывала происхождение денег. Вы кому собрались показывать происхождение денег? Что у вас, как бы, почему такое желание кому-то показывать происхождение денег? Я ничего не могу понять. Просто хотите купить дом – это одно. Показать происхождение денег – это другое. Не надо ничего спутывать в одну кашу. Интересует немецкая часть. Ну, немецкая часть от 500 000 в Германии стартует. Можно ли покупать дом, если только 10 тысяч? Конечно, можно. Почему нельзя? Я вот выкладываю дома, которые, например, можно купить как Миткауф. Например, 1500 заплатил, а потом платишь по 300 евро каждый месяц. Ну, почему нельзя-то покупать? Все можно. Недвижимости очень много, поэтому все можно пока. Находилась с жильцом, но он такой страшный был, что передумали покупать. Ой, не спешите меня, пожалуйста. Ой, не спешите меня, право. Гадости пишут, потому что завидуют. Ну, чему тут завидовать-то? Кофе у всех есть. Сайт Ляньанцайги всем доступен. Ну, 3 минуты времени из 24 часов, ну, тоже у всех есть. Есть желание купить, и все, покупайте. Я даже не знаю, где тут завидовать. И что не так? Я с удовольствием слушаю. Спасибо большое, Мари. Здравствуйте, напишите сайт, на котором вы ищете дома. Заранее благодарна. Вот прямо остановлюсь на этом вопросе. Так, где-то 3 года я веду ТикТок. И, ну, практически, ну, не каждый, конечно, день. Практически каждый день выкладываю объявления по продаже недорогих домов. И все они всегда с одного единственного сайта. Вот вы даже можете их внешне увидеть, что они все одинаковые с одного единственного сайта. 3 года. 3 года более 1000 раз написала в комментариях название сайта. Более 1000 раз. И сделала несколько видео, что такое за секретный сайт, на котором я нахожу дешевые дома. И опять вы мне пишете, что вы не знаете, какой сайт. Ну... Зайдя в мой ТикТок, вы его сразу определите. Давайте я постараюсь написать, ответить. Так, минуточку. Угу. Так что вот. Так что я проскочила так назад. Вот. То есть я вам ответила, как называется этот сайт. Угу. Угу. Спасибо огромное за информацию. Подскажите, пожалуйста, в каком городе будет семинар? Семинар проходит в городе Клаузен. Это земля Райнхальца. А в Германии можно так купить Миткауф. Миткауф. Мит – это у нас аренда. Кауф – покупка. Миткауф – это то есть покупка по повышенной аренде. Да, конечно, таких объектов очень много. Я иногда выкладываю. У кого нет денег, да, много
ну, даже от 1000 евро, а где-то даже и меньше. Вот я сегодня выложила дом за 15 тысяч. Он, конечно, в плоховатом состоянии, все там завалено, замусорено, но его можно купить без даже анцалинга, то есть без первоначального взноса. Просто 200 евро в месяц платить и все. Такие дома, конечно, есть. Называется это Мидкауф. Мидкауф. Угу. Когда вы будете искать дома Мидкауф, нужно что сделать? Вверху, там, где написана строчка поиска, наберите слово Мидкауф. И появятся все дома такие, как бы сказать, где-то будет написано Кай Мидкауф, то есть невозможно, а где-то будет написано Мидкауф, что возможно. Поэтому очень быстро найдете. Так, мы заканчиваем. О, вы должны уже были заканчивать прямой эфир. Спасибо большое, очень приятно. Семинар 28 сентября. Спасибо вам тоже за интерес к моей теме. Леонора, очень страшно, что влезу куда-то в аферу, боюсь покупать дом. Ну, тут что я могу вам сказать? У меня тоже есть такие страхи. Я боюсь пауков, особенно белых пауков. Вот, я боюсь высоты, боюсь бедных, жадных мужчин. Ну, что теперь делать? А дома-то чего покупать бояться? Тут никаких проблем нет. Вот, кроме наличия кофе и доступа к сайту, надо еще понимать, какие покупать. Это с опытом придет, Олег. Вот надо пройти обучение, не обязательно у меня, хоть где-то, набраться информации теоретической, и потом с дешевенького объекта начинать. Если вы купите дом за 10 тысяч, то риски-то минимальные. Так что сильно не переживайте. Спасибо большое. Я сейчас живу в Австрии. Таких цен на дома здесь нет. Да все есть. Все есть. Что вы выдумываете, Максим? Что вы выдумываете? Точно так же в Австрии есть такие дома. Сейчас я, подождите, зайду. На другом телефоне попробую зайти. Так, есть ли дома в Австрии? Австрии, момент, за 1 евро. Так, читаем. В 2021 году в Австрии, в деревне Рапотенштейн, федеральной земле Нижней Австрии, муниципалитет предлагает земельные участки за 1 евро с условием построить на нем дом за 3 года и завести семью в течение 10 лет. Максим, вы женаты или нет? Я не могу понять. Напишите. Вот, пожалуйста, в Австрии за 1 евро можно купить с условием построить дом за 3 года и завести семью в течение 10 лет. Ну все, вот, пожалуйста, даже от 1 евро есть. Так, вот написано, что обратите на земли Бургенланд, Карентия и Штирия. Там самые дешевые объекты. Все. Здесь за квадратный метр написано, просят не более 6 евро. За квадратный метр не более 6 евро. Ну как же, все так же дешево. Просто вы, Максим, ну как-то не интересовались этим вопросом, а оно так есть. Так, покупка недвижимости не гражданам Австрии разрешено всем, иностранцам тоже. То есть без гражданства тоже можно купить. Единственное, нужно получить разрешение на покупку. Но каждый случай рассматривается индивидуально и долго. Вот за одну минуту сразу есть информация. А если вы полчаса потратите, чтобы поискать дома в Австрии, да вы все найдете. Почему мы ленимся, почему ничего не смотрим-то? Все, всех отругал. Почему не смотрим? В нашей земле, ниже Саксонии, дешевле 100 тысяч дома не нахожу, даже на аукционах. Не знаю, я нахожу. У вас тем более 100 тысяч, это же очень большая сумма, да? И мотивация жениться заодно. Но я такого еще не встречала, чтобы, например, я смотрела дома во Франции, в Швейцарии, чтобы там, ну, как бы давали срок построить дом. Это есть такое, да?
два года дают. Но чтобы еще и семью создать, ну опять 10 лет дается. За 10 лет можно будет создать семью. Сколько стоит обучение? Сумма всегда разная. Поэтому просто напишите, и информацию вам девочки отправят. Смотрите, так я тут читаю на немецком языке, что я как бы с Украины и живу в Швейцарии. Я не с Украины, вот. Я не с Украины, я приехала в Швейцарию из Германии. Вот. Ну, я знаю, что здесь проживают тоже украинцы, да, со статусом защиты. Сегодня видел в Нижней Саксонии за 17500. Я вот сегодня выкладывала за 17500. Может, это дома есть. Можно написать в ТикТок или куда лучше написать по поводу обучения. Есть почта у меня в профиле. Прямо там в профиле почта. И написано «семинары». Вот просто зашли на профиль. Это одна секунда. Нажать на профиль. Там увидите сразу почту, семинары и пишите. Если не найдете, то тогда пишите под любым видео. Почту мы вам отправим. Это не проблема. То есть ее все мою почту знают, поэтому тут сложностей нет. Она под многим видео есть. Можно ли оплатить выигранный аукционе дом наличными? Как это сделать? Если это возможно в одном случае, если вы иностранец. Спасибо за установку, за построение, за эфир. Готовлюсь с вашей легкой подачей. Да, не переживайте, тут все несложно. Несложно. Если вы там уже какие-то будете массивные проекты делать, разделение на квартиры, там так далее, ну это там сложнее. А купить, продать это несложно. Это просто кирпичи. Я уже год мониторю австрийский сайт и сравниваю с Кайнанцайки. В Бургерланде есть не очень, но очень плохие. Ну, а если дешевый объект, он всегда плохой. Ну, как вы хотели-то? Без ремонта он плохой всегда. Завален мусором. Ну, там все, живого места на нем нет. Ну, а вы хотите за 1 евро или за небольшие деньги купить сразу дворец? То нет-то дворцов за такие деньги. Дворцы уже за миллионы идут. Хотя это неправда. Есть дворцы и дешевые. Но давайте будем заканчивать прямой эфир, потому что я же смотрю сериал про войну. Вот, поэтому еще хочу немножко посмотреть. Так. Еще какое-то сообщение, не могу понять. Кто-то готов. Еще. Я смотрю только военные сериалы. Я вообще... Или про разведчиков. Даже те сериалы, которые я уже несколько раз пересматривала. Ну, новых пока нет. Вот. Так. Иностранец – это как бы без немецкого гражданства. Получается, да. Без немецкого гражданства. Угу. Так, немножко отвлеклась чуть-чуть. Немножко отвлеклась. Так, если купить, нужно делать ремонт, сколько еще нужно в ремонт? Все зависит от вас. Например, кто-то любит там золотые унитазы, засыпание пылью золотой. Например, немцам это не надо. Немцам нужны, чтобы было дверь, окно, пол, потолок, батарея, все этого достаточно. Вот так. Как называется сериал? Сериал «След диверсанта» я смотрю. Добрый вечер. Можно купить на Соник из-за налитой инстанции. Лучше так, если купить. На Соник не знаю, можно или нет, не могу сказать. На все можно покупать. Вы интересуетесь больше этой темой. Вот интересуетесь... Вы, наверное, в душе штирец, поэтому такие фильмы. Вот что я вам хочу сказать. Я люблю все, что где нужно думать. Вот это мне нравится. И вот я и мужчин люблю таких, чтобы они были умные. Пусть они будут лысые, понимаете? Но главное, чтобы они были умные. Но это уже конец эфира, поэтому так уже немножко отойдем от такой серьезности. Ну, всем спасибо за эфир. Будем надеяться, что в следующий раз я уже как бы и буду готова
прямо к батлу, посмотрю, как другие батлы делают. Привет из Барселоны. Так, Дмитрий, вы у нас в Барселоне. Ну, наконец-то вы хоть куда-то вырвались. Вы большой молодец. Вот человек купил на судебном аукционе дом. Так, не помню точно цифру. 3800, что ли. Правда, я правильно говорю или нет? Дима, напишите, за сколько вы купили дом? Я что-то не помню. 420 квадратных метров? А по какой стоимости? Сейчас, если увидит, то напишет. А, 3600. Вот, 400, спасибо, что напомнили. 400 квадратных метров, 3600 купил дом. Вот. И уже поехал в Барселону. Это что за дела? Вот так и начинается хорошая жизнь. Спасибо всем. До свидания. Всем всего доброго. Смотрите, читайте, интересуйтесь этой темой. Это вас 400 метров, да. Вот спасибо, Димочка. А где, так, еще вопрос. Где узнать подробнее, какие документы нужны, если мы украинцы, мы находимся в Польше? Я уже повторюсь вам, да, нужен только паспорт, больше ничего не нужно. Всего доброго.